Дональд Трамп остается символом раскола в рядах республиканской партии. Кандидат в президенты США на днях заявил, что пока не поддерживает своих однопартийцев Пола Райана и Джона Маккейна на выборах в Конгресс. Оба хотели бы получить новый мандат и сейчас ведут избирательную кампанию в Висконсине и Аризоне. Наблюдатели связывают отказ Трампа с тем, что оба не раз критиковали его. Выступая перед своими сторонниками в Виргинии, Трамп выразил свое мнение о том, как урегулировать конфликт в Сирии. «Если мы хотим создать зоны безопасности в Сирии, мы обратимся к странам Персидского залива. У них ничего нет, кроме денег. Вот мы и заставим их заплатить. Мы должны этим странам $19 триллионов. Мы не будем их платить. Не забывайте, что без нас страны Персидского залива просто бы не существовали». Ранее действующий президент США назвал Трампа не готовым к исполнению обязанностей главы государства. Барак Обама считает, что у Трампа нет необходимой квалификации и базовых знаний. Высказываясь по вопросу Брексита, кандидат республиканцев заявил: «Вы увидите, что другие страны Евросоюза последуют за Великобританией, потому что их заставили принимать людей, а теперь это оборачивается катастрофой. Ангела, что случилось? Посмотрите на реальные факты в Германии. У меня есть друзья в этой стране, и многие годы они гордились тем, что живут в Германии. Это великая страна, говорили они, а теперь люди собираются оттуда уезжать». Между тем, по данным последнего соцопроса, кандидат от демократов Хиллари Клинтон опережает по популярности Дональда Трампа. За нее готовы проголосовать 43% опрошенных, тогда как за кандидата республиканцев 35%.